оттенок выразительнее, теплее и свободнее. Вот, например, вот это место. Здесь надо, чтобы дикционно было ярко, хорошо. Ты знаешь, что итальянцы такие эмоциональные, но у них есть и такие произведения, где масса лирики у них. Вот, например, ты начинаешь «Омбра майфу». «Омбра» ты должен начать очень пьяно. Пьяно, а потом расширить звук. Понял? Хорошо. Повторите, пожалуйста. До свидания, ребята. До свидания. До сих пор не могу привыкнуть к слову профессор. Ведь ваша профессия оперная певица. Певица? Сейчас, к сожалению, уже бывшая. А впрочем, я считаю, что мне повезло. Почему? На смену одной профессии пришла другая, педагог. Профессор консерватории. Да. Ваш первый концерт в Баку состоялся в 1912 году? Да. Говорят, он чуть было не стоил вам жизни. Сейчас в это трудно поверить. Не правда ли? Вы родились в Тбилиси? Тбилиси. Так его тогда называли. Это город моего детства. Там с юных лет меня захватило очарование народных песен. Я часто бывала у бабушки. Ее дом находился в старой части города. Узкие улочки звенели народными напевами. И я впитывала их, как губка. Этой любви к народному фольклору я осталась верна всю жизнь. И потом, вы знаете, они в чем-то очень похожи. Тбилиси и Баку. Одна из моих любимых улиц – Басина. Шумная, яркая. Здесь настоящее и прошлое мирно соседствуют друг с другом. Люблю смотреть на маленькие мастерские. Ведь мой отец был ремесленник-кустарем. Учились в Италии? Да, 8 месяцев. Вы, конечно, слышали о Тагиле. Зейналабдине Тагиле. Нефтепромышленник и меценат. И меценат тоже. Вот здесь он жил когда-то. Хорошим человеком тогда считался он. Странно звучит, правда? Капиталист и друг хороший. В 1911 году я у Тагиева добилась стипендии и поехала в Милан учиться. Италия. Я не успела ее ни полюбить, ни запомнить. Мой профессор перестал получать деньги из Баку через несколько месяцев. Не знаю, что там произошло, но вы представляете,
15 лет оказаться в Милане без денег. Спасибо грузинским друзьям. С их помощью я вернулась на родину. Вы никогда не жалели о том, что вернулись в Баку? Нет. Кому-то ведь надо было начать все это. Сегодня на сцене Тагиевского театра, после окончания спектакля «Муж и жена», перед зрителями выступит Шовкет Ханум Мамедова, 15-летняя певица, только что вернувшаяся из Милана. Вырученные от спектакля и концерта деньги пойдут на продолжение учебы одаренной актрисы-мусульманки в Италии. Вчера на сцене Тагиевского театра состоялся концерт Шовкет Ханум Мамедовой. К сожалению, мы вынуждены отметить дикость нравов наших зрителей. Разъяренная толпа разгромила театр. Религиозные фанатики угрожали певице физической расправой. Какой пример показывает Шовкет Мамедова нашим дочерям, сестрам и женам? Терпеть этого нельзя. Так мы докатимся до того, что наши женщины начнут танцевать в балете. Аллаха ангелсин, испаем гаханелья. Черчачим боғазысынса. Ашларын нас тутып, жүрдерем мастовойда. Болды, чирчеде уғрарам ғой. Потом я поступила в Киевский консерваторий. Моим педагогом была профессор Айса Николаевна Шперник, а директором Рейнгольд Мортис Глиер. Ну, потом у нас еще была землячество, закавказское землячество. Туда собирались студенты, которые учились в Киеве. Там и были грузины, армяне, азербайджанцы. Грузин, у грузин был драматический кружок. И вот они узнали, что я хорошо говорю по-грузински, пригласили меня играть ведущей роли. Все, что... А я потом очень много пела концертов. Все эти сборы, это все, значит, мы давали студентам нашим, которые нуждались очень. Это была ужасно голодная, холодная война, разруха. Годы, тяжелые годы были. Теперь, Джабарлы, когда в 1921 году я вернулась в Баку, он пригласил меня на репетицию. Актеры, помню, играли великолепно. Знаешь, сказал он мне, показывай на сцену, у нас пока нет ни одной актрисы. Азербайджанки. Я, конечно, поняла его намек, но уж очень мне хотелось петь. Она стояла у истоков азербайджанской вокальной школы. Более того, будучи ее родоначальницей, Шовкет Мамедова на много лет определил ее развитие, принеся на сцену неповторимый аромат народного музыкального фольклора. Талант ее расцветал под благотворным влиянием и заботой Узира Гаджибекова, Муслима Магомаева, Глиера. Но главная заслуга замечательной певицы в том, что она открыла азербайджанским слушателям русскую и европейскую классику. Ее искусство высоко оценили слушатели братских республик Ленинграда, Москвы. Oh,
Мы помним, дорогая Шокер, как звучал ваш голос с Садчего театра. В этот день вашего 70-летия, когда вы оглядываете пройденный жизненный путь, мы рады тому, что грузинский театр, грузинское оперное искусство стало важной вехой на этом пути. Спасибо, дорогая Шокер, спасибо от всей театральной Грузии. Музыкальная общественность нашей республики чествует сегодня в вашем лице не только талантливую певицу и актрису, но крупного музыкального и общественного деятеля. Вы были организатором и первым директором азербайджанского нотного издательства. Любовно собирая народные песни, мелодии, напевы, вы привлекли к их обработке таких выдающихся музыкантов, как Галиер, Узаир Гаджибеков, Мюслюм Магомаев, Ипполитов Иванов, Карагичев и другие. Дорогая Шевкет Ханум, вы явились организатором Бакинского театрального училища, которое стало ныне настоящей кузницей творческих кадров в Азербайджане. В его стенах готовят режиссеров, актеров, театроведов. Сегодня студенты Института искусства говорят вам, его организатору, внуки тех, кто когда-то, быть может, бросал вас камни, гордятся вами. Мы заверяем вас, что и в искусстве, и в жизни будем такими же мужественными и стойкими, как вы. У меня много писем от композитора Галиера. Нас связывала очень большая дружба. Он очень высоко ценил мое участие в создании оперы Шахсенен. И говорил всегда, что наши совместные работы ему доставляют большую радость. Я ему помогала, находила народные песни, напевы. Сама же их напевала ему. Вот, например, эту песню. Мен гёрдүм сен бир гүл, вердим көңүл. Ты пела же эту песню на экзамен. Ой, пожалуйста. Шахсенен Галиер посвятил мне. А то, что Галиер мне обязан, это преувеличено. Наоборот, мы ему очень многим обязаны. Он очень полюбил наш народ, высоко оценил нашу народную музыку и создал и сделал очень много для развития азербайджанской оперного искусства. Готова, а сердце рвется, не выдержит, а
Говорят, ко мне пришла старость. А я вот смотрю на нее, слушаю и не верю этому.